И всем привет, с вами Росисон. Сейчас я покажу, как торговать на троне максимально удобно, максимально просто. По ссылочке в описании заходим. Это у нас BullX, всеми знакомый, только это новый BullX. Он на троне и чуть-чуть отличается сайт. Там не BullX, а трон, да? Регаемся там, записываем всякие кодовые слова, да? И самое важное, вот тут у нас справа поиск. Там мы закидываем контракты, контракт монеты, и легко ее быстро находим с каких-то телеграм-каналов. Очень легко покупаем монетки. Как обычно, в общем-то, как в обычном BullX, просто по маркету, да, там, на сколько-то TRX. И лимитками, да. Я еще пока что не закидывал троны, потому что еще думаю, стоит ли торговать. Вы можете написать в комментариях, почему вы решили торговать на BullX, на троне. Как вам вообще блокчейн трона и так далее. Все очень удобно, молодежно. Что еще могу сказать? Если вы по ревке зарегаетесь, у вас 10% скидка будет. А кроме как по ревке зарегаться нельзя, еще заодно вы мне поможете, да? Ну, допустим, можете использовать VPN, если вы, допустим, находитесь где-то, где BullX не работает, или если он у вас лагает, да? Я, например, вот посмотрел, у меня почему-то с VPN лучше работает. Хотя обычный BullX работает при этом, да, нормально. Обновлю. Что еще могу вам сказать? Вопросы можете задать в комментариях. Главное, я думаю, вы знаете, что можете сделать? То есть закинуть условно небольшую часть, чтобы поторговать, например, там, ну, там 200, 1000 тронов, да? Сколько вам не жалко. И только потом можете докидывать, ну, большие какие-то суммы. Также у меня есть телеграм-канал, можете подписаться, чатик, там я закидываю вообще, ну, что я делаю, там, туда-сюда всякие мувы свои. Как-то так. Я думаю, быстрый обзор получился, потому что все, в общем-то, легко, просто. Думаю, вопросов, проблем каких-то не должно возникнуть. Ссылочка в описании, как я сказал. Всем пока. Самый быстрый гайд на базе. Можете написать в комментариях какую-то критику, что вам не хватило, или все нормально. Спасибо за просмотр, пацаны, за лайк.